Здравствуйте. Для картошки пай мне понадобится всего-навсего картофель, растительное масло и соль. Картофель натираем на терке для моркови по-корейски. Потом наливаем воду и картофель хорошо промываем, чтобы смыть ненужный нам крахмал. После этого сливаю на дуршлаг, оставляю, чтобы стекла вода. И потом выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Можно воспользоваться обычным чистым полотенечком. Хорошо промокаю, стараясь убирать. Чем больше влаги, тем лучше. В кастрюлю с толстым дном наливаю растительное масло. Я беру кастрюлю небольшую, чтобы масло уходило немного. Наливаю где-то 1,5 стакана растительного масла. Довожу до температуры 180 градусов. Если у вас нет градусника, можно просто опустить кусочек картофеля, если пузырится вокруг картофеля. Тогда можно уже закладывать картофель. Картофель закладываю небольшими порциями, помешиваю. Главное, чтобы он не стал темно-коричневым, потому что тогда картофель будет горчить. Вынимаю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Потом солю, присыпаю немного паприкой, можно посыпать черным молотым перцем или какими-либо другими специями для картошки, но это уже по вашему желанию. И так поступаю со всем картофелем. Картофель готов. Приятного аппетита! Его можно просто так есть. Можно использовать в салат. Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, понравилось или нет.